Привет, друзья! С вами Александр Дагадин. Продолжаем играть в игру One Level 3. Мы закончили на 200 каком-то там уровне. 271 уровень там называется «Притяжение». Там не было, знаете, чего? Смотри. О, а что притягивает? Бумс. А, наверное, одна кнопочка все нажать, да? Вот так что ли? Бумс. Что-то открылось. Друзья, а вы видели, там не было огромной шмели. Где, да? Где босса не было, да? Ну да, этого босса не было. Да фигури нас еще шмели, и нас тоже прижало туда. Что, открыли? А, вон там что-то. Воу! Да ни хрена все нас там прижало. Эй! Можно как-то, чтобы одна полетела? Так, что у нас открывается-то? Блин, а как нам ключ-то? Эй, не туда скинуло. Бумс. Что открылось-то? Мне кажется, ничего не открылось, да? А, смотри, вот это нажимаем. Она открывается. Она... Пап, перепрыгивай, все равно не сможешь так пойти. Почему не смогу? Да потому что бомбочка не нужна, она должна в другие влезть. Да? А как мы так пройдем, тут это больше ничего нет. О. Пап. О, смотри, смотри. Бумс. Теперь вот этого. А нас что, это не подвинул? Вот так, и теперь, наверное, Стикмана. Стикмана. Давай, Стикман. Блин. Капец. Так, теперь надо углом поймать. Оп, оп, Стикман. Ой. Пап, ты сам себя убил. Так, поехали, первый. Давай, знаешь, как сделаем? Как? Батарейка. Пум-пум, батарейка, пум-пум, батарейка. Батарейку, наверное, сюда. Давай, хватит быстрее эту батарейку. Почему он так медленно ходит, а? Не знаю. Он какой-то медлятельный. Теперь вот это, наверное, вот сюда скинем. Куда? А последний? Бэээс. Нам главное по порядочку. Вот это вот сюда. Угу. А в ту кнопку ты сейчас не подумал? Стикман вот сюда поставим. Давай. Лучше сложно поставить. Так, ключик теперь. А как теперь ключик нам забрать? Mm-hmm. Может, его надо примагнитить? Стикмана же надо. Да, точно. Чё-то мы вообще. Чё-то ты как-то это. Я не подумал, совсем забыл про него. Да. Стикман надо просто бросить туда. Бумс, и обратно. Вот это обратно ты пойдешь. Вот так вот проиграли мы. Ага, вот. А где ключ? А, вот он. Так, по порядочку. Раз, два, три, четыре, восемь, девять, шестьдесят, пятьдесят. Тудым-сюдым. Сюда Стикмана поставить, да? Да, сейчас мы его... Сюда поставил и чик-чирик, да? Вот это сюда. Опс. А что ты Стикмана с собой взял? А он сам прилипает, видишь? Только главное теперь не поломать. Бумс. Ладно, теперь только не поломать. Да, теперь главное, чтобы здесь перепрыгнуть. Фу. Оу, ес! 272 минус 1, минус 2, минус 3. Минус 1, минус 2, минус 3. Ну это как понять? Что это значит? Раз, два, три, что ли? Давай посмотрим. Минус 1, минус 2, минус 3. Ну-ка, давай возьмем. Бумс. Неправильный. А может надо взять 3? Троечку, потом двоечку. Здесь единичка нет. Так, тоже неправильно. Может, двоечку надо взять? Что-то я никак. Минус один, минус два, минус три. Очень удобно. Минус один, вот, наверное. Минус один. Наверное, раз, два, три. Да. Вот я поняла, надо взять такие.
Сколько там? Да? А, наверное, надо, знаешь как? Дополнить надо. Вот это значит. Ой, блин. Да. Да? Здесь больше, здесь меньше, здесь меньше. А там еще меньше всех. Да. Это означает. Значит, бочка. Сейчас у нас идет красный, наверное. Ромбер. Мне кажется, вот это. Да. Раз. Все? И все? Такая легкотня. Мы даже не додумались. Так, 273 уровень, страховка. Что за фигня? Ну, маленькая, такая страховка. Папа, если ты вот так выглядишь. А, понятно. Ну, кому ж надо в это? А может, что? А, во, ё-моё, во. Капец, бумс. Вот это ты, наверное, нормально так. Наверх, во. Давай, бумс. Вот так. А здесь как? А, здесь можно прям так поставить. Пяу. Пяу, пяу, пяу. Ну, в принципе, тоже такой легкий уровень, да? Но не очень сложный. Да? Угу. Так, наверх его. Теперь нам вот здесь надо поставить. Чтобы не прокинуться. Оп. И этот. Можно я тут двигать? Сейчас. Не-не-не, так. Это вот так. Прикольно. Может, я подвину? Двигай влево. Ну, вот это? Не-не-не, все, нажимай влево. Ага, так, теперь нам вниз. И вот здесь мы вот так вот делаем. Бэмс, бэмс, бэмс. Да, хотел подвинуть. 274-й, живая стена. Живая стена. Живая! Красный. Может, надо красный нажать? О. Ой, смотри, там шипы. Шипы, пап, смотри. Смотри, там шипы. Посмотрим, какая стена будет. Сейчас, наверное, зеленый, прикинь. 100%, наверное. Сказал, зеленый. Ага, молодец, пап, ты умничка. О. Какая ты молодец. Все, убегаем быстрее. Ой, не успели, ой, не успели. Специально, видишь, как сделали? Хитрые. Хитрые. Хитрые лисы. Да. 275. 5 равно 20. 5 равно 20. А, четверку надо взять. Понятно. Наверное. Ну-ка, давай двойку. Двой. 2. 5. И чё? Ой, нолик. 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 Тихо, тихо. 5 равно 20. В чём прикол? Может, все надо собрать? Давай. Как прикольно собирать все вещи. Нет, неправильно, значит. Тройка неправильно. Так, 7. Шестёк правильно. Блин, я что-то сбился, сколько мы взяли-то. В общем, надо считать. 2. 7. 5. 15. О. Ну и чё? 15 равно 2. 16. И смотрим на троечку. 5 равно 20. Интересненько. О! Че, ты как-то само все получилось? Нет, ты взял. Нет? Ты взял сколько там? Вот он, босс! Это последний босс? Да! Кактус последний босс! Говорят, последний. Нет, там огромный. Я забыла, там еще один. 3. Там еще один, последний. 2. Бумс. Неправильно, надо вот так по порядку. 1, 2, 3, да? Да. Так, смотрим, давай. Он думает, что мы не знаем, сколько там надо. Поехали. Вон один у нас наверху. Нет. Вот так. Раз, два, три, 4, 3, 2, 1? Да. 4, 3, 2, 1. Понял? Да, сейчас посмотрим. Да не посмотрим, я все верно тебе говорю. Погнали. 4. Нет. Они меняются, пап. С каждым уровнем они меняются. Да? Да, с каждым. Сейчас уже один.
Один сейчас будет? Да, сейчас еще, сейчас один. Куда сейчас надо? Сейчас один надо взять. А может три? Один. Ты уверена? Да. Почему? Потому что я поняла, что ты сейчас взял один неверный. Нет. В общем, надо три, два. Один. Три, два, один, четыре, наверное, так. Не пойму я вообще. Я была... Три, два, три, один, два, один, четыре. А в чем прикол, друзья? Три, два, один, четыре. Очень странно. 277-й, беги и прыгай. Беги и прыгай? Да ни хрена себе, беги и прыгай. Папа. Так, значит, на тот батутик, на последний прыгнуть. Папа, что ты это? Что, нет этих? Кого? Ну, чтобы бежать. А, не, видишь? Наверное, ну так надо сделать. Хопс. Во! А здесь как-то? Вот так, хопс. Что здесь шипы сделать? Вот они шиповочки. Полочки, полочки. Вот они шиповочки, полочки. О, отлично. 278-й, сила ветра. Смотрите, вентилятор стоит. О, я такое видео где-то видел уже. О, иди туда. Ну-ка, давай нам вот так наверх. Подними нас. Может, вот так вот? Стоп. Нет, ты не можешь. Во. Во. Хопс. Молодец, папулька. Ой, а что это не опустилось-то? Может, зависло, надо... что ли? Не, надо вот так надо сделать. Вентилятор. А если мы еще добавим все? Ту еще. А это что за палка? Нет, от вентилятора. 279-й, только зеленый. Только зеленый? Ой. А, не меняется. Светофор. Да. Зеленый. Зеленый, ты, наверное, бежать. Жёлт. Зеленый, ты, наверное, бежать, папа. Зеленый бежать? Да. А если вот встать? Ага. Пап, ты же правило это учил, что ли? Ну, да. Так, вот смотри, у нас горит зеленый. Пап, ты учил правила. Да, ты учил правильно. Не, ну а как? Вот только зеленый, ставим зеленый. Теперь желтый. На желтый. Да невозможно так прыгнуть. Возможно. Вот так? Быстро, что ли? Да, теперь на желтый. Да нельзя так запрыгнуть. Пап, смотри. Вот зеленый. Давай стоим здесь, сейчас посмотрим, что будет. Красный. Красный – это стоять. Стоять, куда ты бежишь. А-а-а. Означает... В общем, нам надо быстро добежать вон до туда, наверное, желтеньким. Сейчас будет. Все, побежали. Ё-моё. А, стой, блин. Чё-то я вообще... Все, стоим, ждем. Сейчас красный будет. Вот сейчас будет зеленый, прям сразу быстро бежать. Все, погнали. Чё ты как-то подпутал? Чё-то вообще какая-то ерунда. Так, вот смотри. Слушай, а может вот так сделать? Ой. Смотри, они меняются у нас. На цвета. Вот так стоим. Блин, опять не успел. Да они слишком быстро меняются. Очень быстро, да. Они специально так делают. Прыгай! Во, вот так вот надо. Слышишь, я тебя предупредила. Фух, ждем. А здесь никогда не применяется, да? Ага. Так, осторожно. Осторожненько. Ты вот понимаешь, что... Я прям вообще не дышу. Я тоже. Давай быстрее, быстрее.
Слизняк наш спел. Все, ждем. Ждем, ждем, осторожненько. Слизняк спел. Да? Тихо. На одном дыхании играем. Да. Не дышим. Еее, прошли. 280-й уровень. Ты почему не стоишь? Ой. Что-то в шипы его... Что там? Ну-ка. Ты его в шипы, и он все. Ой, опять. Может, его не надо трогать? Сейчас мы вот так сделаем. Может, его не надо трогать? Вот так надо сделать. Бумс. И что? Ты его не надо. О. Такая легкотня, друзья. Лайк. Друзья, в общем, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и напишите нам комментарий. Подписываемся на наш канал. Увидимся в следующих сериях, друзья. И не забудьте отправить это видео своим друзьям. Да, все, друзья, до встречи, пока.